Пришел ребенок со школы. Сегодня какое у нас число? 17 марта. Показывает, что болит у него палец. Покажи палец свой. Палец свой покажи. Палец покажи свой. Вот этот палец большой. Вот так вот руку покажи. Говорит, болит палец сильно. На физкультуре что произошло? Ну, рассказывай. Это у нас кушает за обедом сейчас. Мама сидит рядом. Ну, рассказывай, что произошло. Говорит все одним словом. Я поторопился. Поторопился, что сделать? Рассказывай, Артём. Прыжок на физкультуре. Через козла? Через Максима. Каким образом вы прыгали? Через друг друга или что? Как? Через друг друга. Как это называется у вас? Эти прыжки? Мы играли в чехарду. Чехарду. Ты перепрыгивал через Максима, так? Да. И поторопился. Что дальше было? И палец воткнул ему в спину. Так? Да. От этого что произошло у тебя? Ну, что с тобой случилось, когда ты воткнул палец в спину Максима? Я палец ударил. Ударил палец, и ты заплакал или дальше начал прыгать? Заплакал. Весь класс видел, как ты плачешь? Нет. А кто видел? Никто не смотрел. Никто не смотрел? И ты не сказал об этом учителю или что? Не сказал учителю, но было больно. А на учителю ты не сказал. И учитель физкультуры, как зовут твой учитель физкультуры? Евгений Александрович не знает, что ты стукнул сильно палец. Или знает? Знает. Почему? Как он? Откуда он узнал? Он увидел просто. Что он увидел? Что ты плачешь или что? Что я плачу. А ты говоришь, никто не видел. Так увидел он или не увидел? Увидел. И дальше что произошло? Дальше он подошел ко мне. Да. И спрашивает. Словом я не вспомнил. Так, слова какими он тебя спрашивал, ты не вспомнишь. Но смысл какой слов был?
Ну что, ну как он, что, выяснял, что случилось, Артём, или что? Что он? Выяснял. Выяснял. Да? Да. Каким образом он выяснял? Он взял руку твою и начал рассматривать ее. Да. Или спросил, что случилось, ты ему сказал, вот стукнулся рукой. Что? Ты ему сказал, ты ему сам, может, подошел и сказал, мне больно руку. Нет, он ко мне подошел. Он подошел к тебе. Ну и что, дальше-то? Он ее осмотрел? Да. И что сказал? Все в порядке, жить будешь? Да. Или что? Или сказал, может, позовем медсестру, пускай она посмотрит нашего медицинского работника школьного. А ты сказал, нет, не надо, все прошло. Или, может быть, он подул тебе на пальчик? Или что? Как все было? Что он сказал, ничего страшного. Он посмотрел, подрогал палец, подергал. Он когда смотрел, больно было? Да.